Клариса Пинкола Эстес – знаменитый американский психоаналитик, писательница и поэтесса. Она удостоена множества наград, а ее книги переведены более чем на 30 языков мира. «Бегущие с волками» уже много лет занимает одно из первых мест в мировом книжном рейтинге. Именно о ней нам расскажет психолог Наталья Мышова. Почему эту книгу я выбрала для рассказа и почему она мне очень нравится? Во-первых, она написана человеком той же профессии, той же специальности, что и я. Это психотерапевт, юнгианский психоаналитик. Женщина, которая много лет занималась изучением разных сказок, мифов, историй разных народов мира. И она занималась этим для того, чтобы помогать женщинам, которые обращаются к ней, для того, чтобы помогать им исцеляться, приходить к себе. Женщину очень часто Клариса Пинкола Эстес сравнивает с волчицей. Да? Именно как быть такой же чуткой, осторожной, интуитивной, внимательной, сильной, смелой, вот именно как волчица. Это понятно, что это метафора, да, вот сравнение, бегущая с волками, волчица. Но, тем не менее, это как раз вот возврат к природе, да, возврат к нашему естественному, такому женскому состоянию. Одна из сказок, которую мне хотелось бы рассказать, это «Три золотых волоса». Речь идет о том, что старец, такой уже дряхлый, у него пожелтевшие волосы, пожелтевшая кожа, он весь истощенный. Вот он бредет по лесу и бредет на огонек какой-то там дальней избушки, и уже из последних сил он цепляется за каждое дерево и прям вот свое тело, можно сказать, влачит вот к этому огоньку. И вот он приходит, наконец, вот к этому дому, к этой избушке, где-то в глухой лесной чаще, и там он встречает старуху. На последнем издыхании он приползает, падает в руки к этой старухе, она его принимает, и что она начинает делать? Да, она обнимает его, как мать обнимает дитя, она начинает его качать на руках, и так она баюкала его всю ночь. А когда ночь стала клониться к утру, он помолодел. То был красивый юноша с золотыми волосами и длинными стройными ногами. А старуха все баюкала его. Шш, все пройдет. С наступлением утра юноша превратился в миловидное дитя с золотыми волосами, заплетенными в косички. В миг восхода старуха быстро вырвала из детской головки три волоса и бросила на пол. Падая, они звенели. Мальчик слез с ее колен и побежал к двери. На пороге он оглянулся на старуху, ослепительно улыбнулся ей, а потом повернулся и, взлетев на небо, превратился в сверкающее утреннее солнце. Казалось бы, о чем это? Странно, да? Ну, баюкает старуха. Что символизирует вот этот старик, да? Что символизирует? Речь идет о том, что мы невольно, женщины, разучились отдыхать и разучились понимать и чувствовать свое тело. Когда мы затеваем какие-то проекты, когда мы начинаем какие-то дела, мы можем доводить себя до истощения и порой вот этого совершенно не чувствовать. И вот эта мужская часть в нас, вот этот вот анимус, ну, мы считаем, что он неутомим, да, что он все время должен что-то делать, преобразовывать действительность. Но на самом деле ему нужен и отдых. И когда мы переходим на новую ступень своего развития, на новый этап, и когда мы где-то и теряем смыслы, потому что прежнее уже отошло, мы закончили, там, допустим, учебу, закончили какой-то период своей жизни, когда мы теряем эти смыслы, то в это время нам нужно как раз вот остановиться и как-то вот так побаюкать себя, побыть вот в таком вот состоянии, вот, самой для себя это сделать, как делает старуха для этого старца. И что символизируют вот эти три золотых волоса? И очень часто бывает так, что нужно отбросить что-то, отказаться от каких-то идей, задумок, планов, скорректировать, то есть вот что-то отбросить. И тогда у нас возрождается мотивация, возрождается желание дальше действовать, дальше находить новый смысл. И мы таким образом самоисцеляемся и приходим как раз к новому этапу, да, уже обновленные. Очень рекомендую эту книгу и предлагаю вам читать ее спокойно, медленно. Ее можно читать месяцами, не надо спешить, и к ней можно возвращаться снова и снова. Потому что она психотерапевтична по своей сути и помогает принять решение в тяжелых, сложных жизненных ситуациях, когда с нами происходят самые разные трансформации и непростые события.